Многочисленные гости города Сочи имеют возможность познакомиться с многообразной культурой нашей страны. На территории Олимпийского парка действует экспозиция регионов России. Ивановская область представлена на выставке несколькими палевскими шкатулками. Имеется сопроводительная информация о музеях нашего города и кинофестивале Андрея Тарковского «Зеркало». На экране непрерывно показывают фильм «Иваново. Любовь», презентация которого состоялась в областном центре в прошлом году. Мелькают красивые виды города и известные для нашего региона лица. Люди, которые прославляют нашу область в различных сферах жизни – культуре, искусстве, мире высокой моды. К слову, экспозиция Центрального федерального округа в сравнении с другими соседними округами занимает более скромное место.